молот, подкова и наковальня, старинный герб города Александрова. Когда-то здесь, на перекрестке Владимирских Большаков, жили мастера кузнечных дел и другие мастера, те, что еще во времена Ивана Грозного пытались взлететь в небо на самодельных крылах. Прошли века, и иным стал Александров. Сегодня это город самых современных отраслей промышленности. Миллионы телевизоров сошли за минувшие годы с конвейеров его радиозавода. Широко известна за пределами области продукция Александровского комбината искусственных кож. Полимеры заменяют хром и замшу, смушку и каракуль. Городом научного поиска можно назвать нынешний Александров. Здесь, в научно-исследовательском институте синтеза минерального сырья, впервые в стране был получен искусственный оптический кварц, минерал, столь необходимый для радиотехнической промышленности. Александровцы создают искусственные кристаллы алмаза и слюды, аметиста и топаза. Эти кристаллы не боятся ни влаги, ни высоких температур. Сделано в Александрове. Эту марку день ото дня мы встречаем все чаще и чаще.